В воскресенье 10 февраля Православная Церковь начинает отмечать третью приготовительную неделю к Великому Посту, которая называется «Неделей о страшном суде». Во время литургии в этот день из Евангелия читается беседа Спасителя о страшном суде. Церковь предлагает вниманию верующих именно это евангельское чтение, чтобы подготовить их к предстоящему великопостному покаянию. Накануне этого дня Православная Церковь молится за всех умерших верующих для подтверждения того, что Иисус Христос придет судить не только живых, но также и мертвых. Это воскресенье перед Масленицей называется еще мясопустным, потому что в этот день по уставу Церкви полагается заговение на мясную пищу. В заключение первой части нашей религиозной программы послушайте Псалом 136 «На реках Вавилонских», который поется вечером во время воскресной всеночной под мясопустным воскресеньем. Этот псалом описывает страдания евреев в плену в Вавилонском и их скорбь о потерянном Отечестве. По толкованию Церкви, слова этого псалма относятся ко всем христианам, в том смысле, что каждому христианину нужно стремиться к своему духовному Отечеству, Царству Небесному, с таким же рвением и надеждой, с какой евреи стремились из вавилонского плена на свою родину.